Уроки физкультуры в современных комфортных условиях. В поселке имени Карла Липкнехта Курчатовского района открылась многофункциональная спортивная площадка. Ее стоимость порядка 6,5 миллионов рублей. Такой подарок стал возможен благодаря сотрудничеству администрации региона и компании «Газпром». В Пенской школе-интернате сегодня более сотни воспитанников. Спортивные рекорды и громкие победы для них не редкость. Дзюдоисты, легкоатлеты, футболисты. Они не раз получали награды регионального уровня, всероссийского и даже международного. У нас есть чемпион олимпийских, всемирных олимпийских игр для детей, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он был, наш мальчик был единственным от Курской области и привез золотую медаль из Южной Кореи. Стремиться к новым достижениям поможет многофункциональная спортивная площадка. Свыше 1000 квадратных метров. Поле для мини-футбола, баскетбола, волейбола. Зимой здесь будет каток. Это очевидно. Человек, молодой человек. И занятия спортом – это симбиоз. Это одно без другого не может быть. Только так может быть. И здоровое общество, и здоровое будущее. Тренироваться на этой площадке смогут и ученики школы, которая расположена по соседству. Раньше как бы особо детям негде было заниматься, а теперь у нас есть место, где поиграть в футбол, баскетбол. Ну, в общем, я считаю, что это хорошее дело. Искусственное покрытие площадки отвечает всем современным требованиям. Не скользкое и упругое, оно предохраняет от травм. Качество сразу же проверили юные футболисты. Такая площадка, она стимулирует, знаете, к новым достижениям. И хочется просто заниматься спортом, когда такие создаются условия. Уже осенью строительство подобных спортплощадок в регионе продолжится. В ближайшее время современные условия станут доступны ученикам еще 30 школ. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, телеканал «7».